Приветствую, коллеги, это аналитика валютных рынков и торговые идеи от компании Тикмил, и с вами я, Артур Изятуллин. Азиатские рынки у нас сегодня закрылись в минусе, европейские акции и фьючерсы на американские индексы. Можно видеть, что все они сегодня находятся в таком вот депрессивном состоянии. Разумеется, учитывая отрицательную корреляцию с американским долларом, это позволило индексу доллара восстановиться. Он у нас отскочил как раз-таки от, получается, поддержки. Это февральский минимум у нас на уровне 89.66. Скорректировался, в общем, в соответствии с нашими предположениями до уровня 90 пунктов, но там у нас затормозилось движение, снова он перешел вниз, сейчас теряет то, что он сегодня попытался наверстать. Нефтяные котировки у нас в очередной раз провалили задачу закрепиться выше уровня в 70 долларов за баррель. Это у нас какой же по счету тест, кажется, четвертый, да, получается, тест, и снова он провален. Сейчас мы приближаемся к нижней границе вот этого восходящего канала. Скорее всего, будем его тестировать, и здесь уже будет решаться судьба вообще вот этого аптренда. Если мы закрепляемся вот здесь ниже, если мы прошиваем сюда, да, обратно возвращаемся, успешное закрепление у нас проходит, и мы оказываемся ниже, то, конечно, уже вопрос к этому аптренду. Сохраняется ли он или нет? К тому же, по фундаменталу у нас довольно негативный подоспел новостной фон. Значит, по иранской сделке у нас есть прогресс, несмотря на противоречия, которые были. И плюс неожиданный совершенно рост коммерческих запасов США. Мы знаем, что у нас запасы входят в уравнение цены нефти с отрицательным, так говорить, знаком. Если растут запасы, сразу дергается и ОПЕК. И нефтяной рынок также дискомфорт чувствует, потому что это отодвигает вот эту дату того, когда дефицит, точнее, когда переизбыток будет ликвидирован на рынке. А сегодня у нас также появились очень интересные данные по британской экономике. Не смогла у нас страна избежать участи многих развитых стран. Вот этот, если блок смотреть инфляционных данных, видно, что у нас производственная инфляция везде у нас... вот такие вот положительные отклонения от прогнозов. Это не только в Британии происходит сейчас, и в еврозоне, и в США, и в азиатских экономиках вообще очень такая вот схожая ситуация наблюдается. Производственные цены сильно растут, потому что у нас повсюду повсеместные дефициты в сырье, затем задержки в поставках и так далее. Спрос, я напомню, на сырье у нас сейчас растет в мире опережающими темпами, потому что у нас фирмы видят, что происходит потребительский бум, и что они делают? Они начинают накапливать запасы, они начинают покупать сырье, сырья начинает не хватать, фирмы это видят, начинают покупать еще больше, с запасом получается покупать запасы, то есть с лихвой, да, немного. Это все вот такой вот цикл с положительной обратной связью, да, из-за этого возникает, который вот сам по себе имеет тенденцию усиливаться, да, будем так говорить. Если вот мы посмотрим данные интересные от Bloomberg, назвали они его логистический кошмар. Суть данного графика в том, что у нас приведены некоторые индексы, можно сказать, активности в секторе перевозок, в секторе складирования и в секторе запасы, да, уровень запасов. И вот можно видеть, что сейчас они находятся вот здесь, вот на этом уровне. Это у нас рекордный уровень, на самом деле. Давно уж такого очень не было, чтобы вот эти индексы, они взбирались выше 75 пунктов. То есть это некоторые экстремальные сейчас значения, и они, конечно же, вызывает вот эти те самые перебои в поставках, перебои в задержках поставок сырья и так далее. Вот. Ожидается, как бы, что производственная инфляция, вот эти все данные, они постепенно найдут выход в конечные цены. Будет у нас инфляция и конечных цен, то есть потребительская инфляция. Как мы знаем, когда у нас растет инфляция, дискомфорт у центральных банков возрастает, если они не трогают политику. Потому что это чревато различными и рыночными, и экономическими проявлениями негативными. Поэтому давление центральной банки будет расти,
Собственно, вот этот блок данных по американской экономике, ой, по американской, простите, по британской экономике, он сейчас, скорее всего, вынудит Банк Англии ужесточать риторику. Но в целом они уже заявили, Банк Англии заявил, что QE у них кончается в этом году. Может быть, что-то еще такое по поводу ставок подоспеет. Ястребины, да, которые вот откроют дорогу британской валюте вверх. Собственно, если мы посмотрим на техническую часть, фундаментал мы разобрали, да, фундаментальную составляющую. Если мы посмотрим на, попытаемся вот техническую часть какую-то вообразить себе, то там сейчас следующая ситуация, график долго загружается. Сейчас давайте перейдем на дневной график, чтобы общую тенденцию выследить. В общем, сейчас у нас вот такая вот там ситуация наблюдается. У нас есть вот этот аптренд восходящий, да, в котором у нас фунт двигается. И сейчас мы, получается, видим, что цена у нас подобралась к двум горизонтальным уровням. Это вот этот уровень, это максимум этого года, и вот этот уровень, это у нас максимум 2018 года. На мой взгляд, у аптренда еще есть силы двигать цену вверх. Почему? Потому что, как мы видим, мы здесь даже нормально здесь не коснулись, получается, этого нижней границы. Тут даже не было никакой попытки, да, куда-то ниже уйти. То есть, ну, не настроен сейчас фунт падать, потому что вот здесь еще что-то было, да, вот здесь уже все. Мы просто после вот этого сильного движения скорректировались вот здесь, но никакой попытки пробиться, сломать этот канал не было. И сейчас мы видим вот здесь, что цена у нас находится ниже вот этой срединной линии канала. То есть запас хода у нее еще есть, чтобы тестировать верхнюю границу канала. И прежде всего это начнется с уровня 1.42, 14.41 и 1.43. 80. Этому способствует как фундаментал, так и вот такая вот техническая картина, которую нужно сейчас принимать во внимание. Касательно европейской валюты, да, это товарищ британца, продолжает она также расти на фоне того, что у нас слабый евро. Есть у нас сейчас поток такой информации, связанный с тем, что европейские страны ослабляют ограничения в Германии, во Франции, в Италии. Постоянно какие-то сообщения вот такие возникают, если вы заметили. Спешат они попасть на туристический сезон, а они, скорее всего, попадут на туристический сезон. И это еще дополнительный, да, экономический бум получается, в летом будет у европейской экономики. Все это позволяет сейчас нам пересматривать риски, которые были связаны с локдаунами, да, касательно европейской экономики. Позволяет пересматривать риски дефолтов по европейским бондам различным, по корпоративным прибылям европейских компаний. Все это, вот эту риск-премию в этих активах постепенно ликвидирует. Да? То, что инвесторы требовали за риски, сейчас они согласны как бы и на меньшую выгоду, на меньшую доходность, потому что там сейчас риски в экономике, связанные с локдаунами, они вот из-за этих поступающих сообщений все меньше, 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 премия за риск меньше, меньше. Вот. Поэтому схожая на ситуация по европейской экономике наблюдается, по евро также. Если мы посмотрим, заглянем в техническую картину, очень-очень все похоже на самом деле, как будто мы рассматриваем с вами тот же самый график. Это опять у нас дневка, евро-доллар, как мы видим. Есть вот этот аптренд, да, начинающийся с апреля, получается, примерно, да, который вот у нас, он движется, получается. И вот смотрите, мы сейчас также, у нас похожие две есть эти, две точки. Вот горизонтальная линия, раз, второй уровень, два. Это, опять же, у нас максимум, это у нас максимум этого года, точнее, конца прошлого, начала этого года, да, все-таки максимум. Вот, и здесь у нас получается максимум 2018 года. Вот эти максимум евро, скорее всего, также вместе, как и фунт, аналогично, да, будет и тестировать, потому что у нас есть еще запас хода. Как мы видим, опять мы ниже вот этой серединной линии сейчас находимся. Был более такой сильный тест вот этого уровня по европейской экономике, но потому что более активнее там локдауны, если вы помните, вводили, поэтому так вот корректировался евро. Сейчас эти риски ушли, также постепенно переходит в рост. Поэтому я бы рассчитывал
Тесты в уровне 1.23.55, это этот максимум, да, в ближайшей перспективе. Ну и потом дальше вот этот уровень. Здесь мы тоже, скорее всего, будем в этом году его тестировать, но это не пройдет, наверное, через месяц или через два, навряд ли, а может быть, чуть дольше. Но вот ближайшая цель у нас, мне кажется, вполне реалистичной, именно тест вот этого уровня, потому что вот у нас сейчас очень позитивный фон, как мы с вами уже обсудили, по европейской экономике наблюдается. А касательно сегодняшних событий, которые предстоят, это у нас главным образом протоков апрельского заседания ФРС. ЦБ США более-менее выразил свою позицию, более-менее определенно выразил свою позицию, дал обещание держать ставки на низком уровне, но рынки не верят, они до сих пор считают, что в какой-то прекрасный момент ЦБ сорвется, скажет, все, надо что-то делать, надо ужесточать политику, а то что-то риски инфляции совсем уже никуда не годится, так это терпеть. Вот все есть, вот эти сохраняется настроение сейчас на рынке, что это вот может произойти. Поэтому, скорее всего, вот этот релиз вот этого документа, вот этого протокола, он также будет использован ФРС, чтобы убедить рынки в том, что все-таки нет, не будут они трогать ставку. Да, есть инфляция, но они будем терпеть, будем ждать максимальной занятости, как они говорят, их сейчас основная цель. Мы будем терпеть инфляцию, и сегодняшний вот этот отчет, он может дополнительно придать весу словам ФРС, так как будет более подробно, да, не об этом там говорить. Ожидается умеренно негативный эффект на американскую валюту, но опять же, у нас есть посмотреть вот эта картина, когда вот это все красное, да, учитывая, что у нас есть взаимозависимость, когда вот появляется снижение, то вот именно вот такого масштаба, оно обычно, ну, ничего хорошего не светит, да, как бы в последующий день даже, потому что сложно, да, вот перебороть настроение, выйти в плюс. Должен какой-то быть сильный катализатор новостной, чтобы перебороть вот такое движение. Поэтому риски все-таки, как видим, коррекции растут, движение по S&P 500 в сторону 4000 пунктов вполне возможно сейчас, учитывая хандру, вот такое уныние, которое уже приобретает серьезный характер, особенно на европейских рынках. Если здесь будет какой-то красный старт на американских рынках, вполне это может американский доллар поддержать, индекс может выйти опять выше 90 пунктов. Не знаю, насколько, зависит, конечно же, от масштаба коррекции, но вполне возможно доллар получит поддержку. Если все-таки будет какая-то стабилизация на американских рынках, то на минутках, ну вот на протоколе, на релизе протокола заседание ФРС, скорее всего, доллар все-таки ниже откатится, и мы видим какое-то движение в сторону вот этой середины линии по евро-доллару и по фунту также. Вот, а на этом у меня сегодня все. Это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы, комментарии, будьте добры, welcome в секцию комментариев, мы будем это с вами обсуждать. И если вам понравилось это видео, и вы хотите увидеть новые выпуски данной программы, пожалуйста, ставьте ваши лайки, покажите ваше отношение к этому, чтобы мне было понятно, да, нравится ли вам это или нет. В общем, я завершаю на этом свой обзор. Всего доброго, торгуйте профит.